Остановимся. Вот. Что можно из нее извлечь? Какую пользу? Вы видите корневой отводок. Он отошел. То есть нет. Это нога, которую мама, более взрослое дерево, не обязательно взрослое, может быть, этому деревцу где-то года два, от него оно шло вот по этой вот самой почти горизонтальной корни, видите, да? Он и был горизонтальный, от четырехлетнего. И так деревья движутся по планете. Причем именно по планете, не по какой-то узкой территории, несколько там десятков квадратов, по планете, по всей. Потому что вот этому дереву нет возраста. Вот, может быть, когда-то, 20 лет назад упала семечко, от него пошли отводки. Может быть, 200 лет назад, может быть, 2000 лет назад. Может, 100 тысяч лет, может быть, 100 миллионов лет назад вот это бесконечное ползание продолжается. Вы знаете, сколько можно тысяч метров пройти за миллион лет, если даже через метр? Считайте, это несложно. Всю планету, я потом шагаю по планете. А мы что делаем? Мы их уничтожаем. Мы считаем, что это, фу, какая гадость, это самое. Это просто удивительное дело, какое к ним отношение. Перед вами вишня штамбовая. Да, она может расти. Почему она назвала штамбовая? Вот. Вот здесь можно сделать три прививки, а она дает мощный рост, значит, можно культурную вишню привить. Можно даже черешню привить. Если как можно ниже, она не черешня, хотя и мощное дерево, но не опередит. Можно растить кустом, это тоже бывает удобно. Она все равно будет плодоносить. Можно из трех этих штамбов два отрезать, оставить один. И получится мощное штамбовое дерево, красивое, кстати. Вот. Все можно, только уничтожать не надо. Потому что если мама достаточно вкусные плоды, и если мама рясная, урожайная, а у нас они такие урожайные, что немыслимо собрать урожай, немыслимо. Я почему и навеяла вот эту фотографию, воспоминания о будущем. Вот, о том, что надо в Европу туда, потому что одних только какую-нибудь экспедицию назначить там по этим садам, даже по заброшенным, уже миллион семян можно собрать и возрождать сады вишневые, вот, хотя бы количеством взять. И вот, значит, этот отводок-то я, у меня вот эти воспоминания-то и навеял, вот, что это ценнейшая вещь, и выкопан он, и поедет куда-нибудь. Вообще, удивительное дело. Наш рынок теперь пуст, кроме этой азиатских, которые обречены на смерть все до единого. На рынке почти ничего нет, несколько местных умельцев. А на рынке самое главное, что исчезло, это то, что было 30-35 лет назад в ходу. Весь рынок был, все буквально выкапывали отводки сливы, вишни вот эти отводки, и все, что там росло, что бы там ни выросло, называли, ну, естественно, весной, а от дикаря не отличить. А дикари тоже в садах растут, укореняются, растут. Вот. И все это на рынок, и все-таки сады заполонили войлочной вишней, степной вишней, вот этой вот штамбовой вишней, заполонили буквально. С китайскими сливами всевозможные растет. Все это было. Куда оно делось, сейчас ни один человек не несет, кроме один случай приведу за последние годы, расскажу. А так-то, да, уже, кстати, я рассказывал. Вот. Как дикари продают непривитые, а вешая лапшу. И вот, значит, получилось так, что вот это вот, возможность укоренения, возможность переноса, распространения в геометрической прогрессии, вот уже бы можно было всю Сибирь и Европу с погибающими вишневыми, уже погибшими вишневыми садами, уже можно было бы уже это спасти от витаминного голода. Ведь просто сейчас поколение наше понятия не имеет. Я застал. Вы понимаете, Украина, бушующая весна, бушует это самое, белый цвет. Вот, гул пчел стоит такой, как будто это самое, реактивные самолеты непрерывно по небу летают. Такой гул пчел, потому что все бело, все цветет, вишневые сады все заполонили.
И, конечно, так и должно быть, ведь они так легко размножаются. Как можно было это все угробить, я ума не приложу. Почему? Вот они не подаются, вот они у них и грибы жрут. Ну, надо же смотреть, не может такого быть, чтобы... Что, в принципе, климат, да, меняется. Но где-то он становится хуже, а где-то лучше. Вот так вот. Вот навела одна фотография, такой длинный разговор, почти на 20 минут.